Ну что ж, дорогие друзья, вторая серия. Я все-таки купил землю. Нормально вообще, да? Смотри. Опа, я купил блок с землей. Отлично. Это все легко покупается. В магазин заходишь, покупаешь. Поэтому сейчас дерево мы посадим туда. Так. Опля, отлично. Отлично. Только у меня проблема в том, что у меня не получилась такая немножко загвоздочка. У меня здесь нету. Нету у меня здесь лавы. Потому что я ее профинтифлюшил. Придется сейчас новую лаву ставить. Так, и естественно это все нужно закрыть будет. Давай песком, наверное, слушай. Где у нас тут? Ну, мы сейчас еще сделаем из песка кое-что. Песчаник. Так, это вот у нас песчаник, да? Мы его сюда сейчас поставим. И, в принципе... сейчас сделаем. Подожди. Что это такое? Что это такое? А это у нас какая-то деревянная постройка, которая мне нафиг не нужна. Где мой топор? У меня топора нету. Алло. Что, в натуре, что ли? А куда топор делся? Милый мой друг, топора нету. Ну ладно, сделаем. Нам не привыкать. Ага, отлично. Супер. Сейчас сделаем топорчик, подожди. Не топор, а кирку деревянную. Сделаем деревянную кирку. А, не, подожди. Сначала нужно делать доски. Сделаем доски. Потом делаем так вот кирку. Потом ставим палочки. Берем кирку. Пока нам хватит. Так, идем сюда, убираем этот полублок, ставим сюда вот эту штуку. Есть. И потом закрываем полублоком. Есть. И теперь собираем потихонечку булыжник. Нам нужно штук 10. Так, подожди. Зачем нам 10? Там 3 штуки надо, чтобы сделать кирку нормальную. Есть. Делаем нормальную кирку. Так. И так. Все, железная кирка. Ой, каменная кирка у нас есть. Ах, ё-моё, что ты туда летишь-то? Иди ко мне. Есть. Так. Так, сколько у нас там? 6 штучек? Ну, это не сильно много. Ну, в принципе, нам хватит. Так, а что нам хватит этих 8 булыжников? Только топор сделать. И то мы сколько сделаем? Один топор. Ну, естественно, нам нужно будет мотыга. Мотыгу можно было сделать, конечно, деревянной, ну ладно. Так, все это забираем с собой. Идем. А у нас семена есть, интересно? А, да, семена пшеницы есть, отлично. Так, ну смотри, мы сейчас сюда поставим наш дерн. Где, подожди. Вот у нас дерн. Так, один. Два. И посадим нашу пшеничку, пусть растет. Так, а дальше я хочу убрать отсюда во все вот эти вот деревянные постройки. Они мне здесь не нужны. Так, если я захочу домик построю, я где-нибудь в другом месте построю. Сейчас мы это все убираем отсюда. Так, это тоже уберем. Тоже пока мне не нужно. И тут тоже все это до конца уберем сейчас. Так. Открытого огня у нас нигде нет, поэтому оно, если даже упадет, оно никуда далеко не упадет. Так. Все, собираем наши деревяшечки. Так, чё я хотел еще? А, вот она, деревяшечка наша. Так, ну и здесь нужно убрать полностью. Дерево сейчас соберем здесь. Так. Так, я надеюсь, там ничего не попадало вниз. Так. Хорошо.
Так, нам нужно здесь продолжать строить. Так, у нас есть песок. Так, а что у нас? Мне нужен булыжник. Так, сейчас соберем булыжника немножечко еще. Так, где у нас кирка? Вот она, пожалуйста. Ай! Прям в огонь. А, есть. Так, куда она пропала? А, вон она висит. Так, молодец. Ты можешь мне в руки падать? Есть. Ну, это сколько может продолжаться? Вот. Ой, подожди. Давай, 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 быстрей. Есть. Так, сколько у меня? 10 булыжников. Пойдет. Так, сейчас, подожди секундочку. Опля. Так, пошли строить здесь. Так. Хорошо. Закончилось. Хорошо бы это все, конечно, деревом сделать. Смотри, как это все делается. Хопля. И у меня, смотри, сколько блоков сразу. 37. Круто, круто. Все это закрывать блоками дерева. Отлично. Это же лучше, чем я мучаюсь с этим булыжником. Все это в дерево. Оно дерево симпатично смотрится. Так. Отлично. Так, сейчас мы сделаем, знаешь как? Мы сейчас возьмем дерево. О, дерево, говорю, господи. Землю. Во! Ой, что я сделал? Так, ничего страшного. И посадим мы сюда еще дерево. Так, у меня где-то еще было дерево. Слушай, подожди. А нет, дерева у меня больше нет. Ладно. Ладно, ничего страшного. Мы продолжим делать, ставить блоки. Хотя у меня вообще уже ничего не осталось. Все, кончилось. Ну, надо ждать, пока это дерево-то вырастет. Ой, ладно. Либо пойти вот здесь пособирать из листвы. Так, сейчас заберемся. Ага, забрались. Так, соберем сейчас. Раз. Опля. Два. Три. Четыре. Пять. Ага, упало. Так, это очень нехорошо, что оно упало. А упало оно, потому что здесь пропасть, правильно. И эту пропасть мы сейчас заставим нашими блоками. Так вот. Хорошо. Так, 9 блоков у меня, да, всего лишь, ладно. Что-нибудь да как-нибудь получится, что-нибудь интересное. Так. И 2 блока, да, у меня всего лишь, замечательно. Так, ну что ж, продолжаем. Так, куда оно упадет? А-а-а, оно провалилось, так как так? Капец. Так, а ты что не растешь, а? Деревце, расти, пожалуйста. Ай. Так. Ладно, будем ждать, пока вырастет дерево. Кровати у меня здесь нет. Ага. Ладно, и ничего нету у меня. А, слушай, у меня кость есть. Волшебная кость. Мы делаем из нее костную муку. И... Вуаля, волшебство. Давай, давай. Опа, выросло отличное дерево. Супер. У нас немножко еще костной муки осталось. Мы ее спрячем сюда. О, отличное дерево выросло. Так, хорошо. Теперь нам его нужно немножечко подсобрать. Где? Куда? О, отлично.
Так, нужно вот здесь сделать загородку, чтобы наше, что мы сейчас будем дерево тайтанус. А дальше заниматься. Ну блин, почему у меня так мало всегда всего? Так, а ну-ка, ну давай сейчас соберем еще раз, два, три, четыре, пять. Так, там дальше не подняться нам. Так, хорошо. 20 у нас теперь. Так, ну дальше продолжаем. Здесь немножечко мы сейчас это все закроем. Дело. Так. Еще дальше закрываем. Так, сколько у нас там? Ну, еще много достаточно. Так, ну я вот здесь тоже бы хотел бы доделать. Так, сейчас пройдемся сюда немножечко. И сколько у нас блоков осталось? Два блока. Хорошо. Так, теперь. Опля. И дальше мы сейчас уберем. А, еще одну. Ух ты. Так, собираем. Все отлично, теперь ждем. Так, где у нас? Вот у нас дуб. А что, это разное? Тропическое дерево, дуб, господи. Так. Дальше продолжаем. Вот что делать, сейчас расскажу. Так, где у нас тут еще? Вот это вот канитель. Так, 12 досок. Нам нужно сейчас это загородить, потому что сейчас будет падать. А оно может упасть куда-нибудь в яму. Мы сейчас все это уберем. Спрячем, то есть. А, не хватило одного блока. А, у нас еще дубовая доска еще есть. Отлично. Так, нужно вот здесь тоже сейчас сделать. Красиво. Так, подходим к краюшку аккуратненько. И сейчас у нас тут мало уже осталось. Ну ладно, сколько осталось, столько осталось. Так. Ну, по идее, может, должно выпасть. Ну, выпадет, я надеюсь, точно выпадет. Что-нибудь да выпадет. Саженец какой-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ага, подожди, тут все опасно. Опасно это все убирать. Так, ну что, ничего не упало, что ли? Алло. Ну, ждем. Должно выпасть что-нибудь. Так, давай тут тоже сейчас соберемся, и отсюда тоже, по идее, будет падать. А, как я так положил, да? Алло. Блин, как так? Так, собираем здесь. Так, все собрали. Так, разбираем нашу конструкцию. Так, где у меня лопата? Вот она, а что он здесь лежит? Так, убираем. Убираем. И здесь нужно все это убрать красивенько. Вот так вот. Нафиг. Вот так вот. Так. Так. Отлично. Вот так, хорошо. Так, ё-моё, а что у нас? Ничего не выпало, что ли? Нет. Ни одного саженца дерева. Ну... О, выпало. Саженец тропического дерева. Садим его опять сюда. Фух. Так, хорошо. Саженец есть у нас один. Хорошо. Так. О, еще один есть у нас, смотри. Прыгай ко мне. О! Не прыгнул, ну ладно. Так. Что у нас тут такое творится-то? Так. Сейчас мы тут расширим нашу... наше угодие. Угу. Так. Сейчас мы в будущем еще сюда будем садить дерево, поэтому здесь тоже это все дело расширяем.
Тут тоже. Ну и сколько у нас? 8 блоков, да? Ну давай, насколько хватит. Насколько нам хватит. А, вот еще один блок остался, хорошо. Так, волшебный саженец, мы ждем тебя, пока ты вырастешь. Но у меня есть еще волшебная костная мука. Сейчас мы тебя заколдуем. Так. С разных сторон колдуем, колдуем. Сколько у нас там? Давай, расти, расти. О, все, выросло. Маленькое дерево выросло, ё-моё. Так, муку пока убираем. Маленькое выросло дерево. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Ничего не будет выпадать, да? Я так понял. Ага, сейчас соберем здесь немножко дерево и здесь. Вот. Ох, ё-моё, я убрал эту штуку. Блин, расти. Так, сейчас немножко вот так вот соберем. 4 саженца посадим сюда. Так, и, конечно же, я бы здесь тоже бы его расширил бы, это дело. Вот здесь. Территорию увеличивал бы тоже с этой стороны. Так, и здесь. Так, немножко. Так, давай еще здесь возьмем. Раз, два, две штучки. Так. Дерево-то выросло. Но оно совсем маленькое. Ну давай, ладно, срубим его. Так. Ух ты. Я думал, еще одно выросло. Слушай, вот эти вот облака, они мне... Я чуть на них не прыгнул, думал, продолжение земли идет. Так. Угу. У нас получается 24... доски. Ну ладно, продолжаем здесь делать вот так вот, увеличивать территорию. Так, вот так, хорошо. И здесь тоже немножечко начнем увеличивать, хотя у меня тут 8. А, все нормально. Так, давай посмотрим, что у нас там выпадет, нет? Что-нибудь. Саженец. О, вот выпал, выпал саженец, выпал. Хорошо, садим его сюда. Посмотрим, может еще что-то выпадет. Еще один саженец. Не знаю, конечно. Обычно бывает, что два саженца выпадывает. Ё-моё, один саженец выпал. Ну, блин. Так, берем костную муку, но она, мне кажется, ничего не... Ну, ладно, ничего не помогла она. Ладно, будем ждать. Так, смотрим. Мне надо сюда как-то пробраться, слушай. Угу. Так, давай берем здесь отсюда вот эту штуку. И вот эту. И поставим их сюда. Вот так. И вот так. Хорошо. Так, яма, да, у нас здесь супер. Это что у нас такое? Песчаник. Хорошо. Что у нас везде такие ямы-то, а? Так и так. Ну что ж, ждем, пока деревце вырастет. Что у нас здесь происходит интересного? Так. Здесь у нас ничего интересного нет. Так, уберем песочек отсюда. Где лопатка моя? Так.
Почистим здесь. Хо-хо-хо, куда ты разливаешься? Подожди, алло. Так. Песочек. Раз. Два. Три. Так. Это дерево мы уберем. Эй-э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 й
Так. Ага. Что у нас здесь? Полублок. Полублок. Выметайся отсюда, давай. Так, тут тоже, видишь, полублок стоит. Мы его сейчас уберем. Так, и я предлагаю взять ведро и добавить. Сделать здесь аккуратненько все вот так. Все, хорошо. Все хорошо, все отлично. Вот такое у нас большое озеро. Так. Так, так, так. Может, ему туда водичку нужно? Не знаю. А мы знаем... А, саженцев-то нет, уже больше, да, ничего. Так, лед мне не нужен. Сахарный тростничок сейчас посадим. Вот сюда сейчас. Опск. А этот мы одну штучку снимем. И посадим вот сюда. Пусть растет. Так, ну что ж. Булыжник возьмем немножечко. Булыжничка. Ай, нет, нет. Есть. Иди ко мне. Так. Иди ко мне. А. Так, собираем. Так, есть. Есть. А. Есть. Так, ладно. Булыжник мне нужен сюда сейчас. Подожди. Сейчас здесь закроем немножко вот так вот. Куда? Почему? Почему? В смысле? Как он так мне кинулся? Подожди, меня просто кто-то откинул. Что за бред вообще? В смысле, блин? Меня просто кто-то бросил. Меня откинул просто кто-то. Я стоял там. Подожди, алло. Я стоял, меня кто-то мне бросил. Меня бросил кто-то в бездну. Смотри, я так вот стою. У меня берет, кто-то толкает, я в бездну падаю. Что за фигня? Нет, это вообще какая-то несправедливость. Это несправедливость. Меня кто-то толкнул, меня кто-то в натуре, меня кто-то толкнул. Я же говорю, я стоял вот здесь, меня кто-то толкнул. А ну подожди. Кто меня толкнул? Как я мог так упасть? Меня реально кто-то толкнул? Блин, дерево не растет. Что делать здесь? Собирать вот эти вот ветки. Пестолку, у меня топор пропал, мне ведро пропало, алло. А нет, тут еще одна есть. Ну ладно. Но все равно, блин, как так, ведра нету. Эх, тыкву, давай тыкву посадим, что ли. У меня и садить нечем, у меня инструментов нету, у меня ничего нету. Все, у меня было все и стало ничего. Блин, подожди секунду. Посадим сюда. Почему здесь ничего не растет? Вот дерево стоит, оно ему никакого нету роста. Ладно. У меня даже этих нету. Подожди, у меня даже деревянного топора этого нету. Ничего нету. Ладно. Так, подожди секунду. Угу, ничего нету. А, вот песочек есть. Смотри, что я придумал. Сейчас ставим сюда песок.
И рукой тоже ничего не получается. Значит, надо мне еще песок. А тут песка дофига. Тут песка дофига. Так, аккуратненько прыгаем. О, сейчас заберем и что-нибудь сделаем. О, тем более два. Три даже. И вот, смотри, тут даже четыре есть, смотри, вот. А, нет, там дофига еще, смотри, сколько дерева. Дерева много. Ладно, оставим дерево в покое, потому что мало ли, что еще пригодится. Так, делаем инструменты. Делаем, во-первых, подожди, сначала палочки делаем. Так. Угу. Вот есть у меня кирка, топор, мотыга. Так, теперь нам нужно. Ага, спасибо. Так, тоже ничего. Давай его сюда. Надо, знаешь, как сделать, чтобы оно мне не мешало. А, в принципе, я же могу отсюда добывать, да? И отсюда. В принципе, без разницы. Ладно. Так, не прыгай. Оп, оно мне сейчас, видишь, ручку падает. Оп, видишь, как хорошо. Так. Так. Надо было, короче, нам это дерево не тратить, а чисто вот эту такую сделать и все. Ладно, сейчас попробуем сделать. Палочек нету, смотри, ё-моё. Что-то у нас булыжника дофига. Где палочки? Так. Кирка. Еще одна кирка. И лопата. Не знаю, зачем мне лопата пригодится. Так, а вот эти кирки. Вот это я все уберу. Пускай оно все здесь лежит. Слушай, мы можем арбуз посадить. Так, а где он. Подожди, а где у меня. Вот есть дерн. Мотыга, мотыга, мотыга. Тыщ, 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 тыщ. Арбуз посадим и арбуз. Так, делаем семена арбуза. А, что так мало семян-то? И все, что ли? Смотри, пшеница вообще не растет. Медленно очень. Так, а зачем нам этот блок стоит? Убираем. Так, я подумал, знаешь что? А, у меня, видишь, тут я же тут вытаскивал это все. Сейчас я немножко здесь тоже буду. Посмотрю, что у нас тут внутри. Скайблок. Что у нас тут под этим островом? Так. Сейчас подчистим здесь немножко. Так. Сейчас подчистим, возьмем блоков. Так. Так, что ты падаешь? Так. Так, ладно, сейчас уходим отсюда. Ну, блин, а, подожди. Давай уберем отсюда эту штуку. Так, где верстак? Вот так. Так, все, сейчас это все уберем, спрячем. Так, аккуратненько не провалиться. Ну что ж, нужно подождать пару дней, пока вырастет дерево. Так что я думаю, на сегодня это пока что все.
Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых скорых встреч. Всем пока-пока.